Всем огромный привет! Меня зовут Ольга, вы у меня на канале в моем новом видео. И сегодня у нас с вами долгожданная распаковка моей новой сумки Hermès, которую я подарила сама себе на свой вот недавно прошедший день рождения. Так что оставайтесь со мной, смотрите видео до конца. Будет сначала интересная история покупки, как всегда. Ну и потом мы с вами посмотрим, что же я купила, Birkin или Kelly. Пока я буду рассказывать историю, вы можете в комментариях голосовать и писать, что на ваш взгляд я приобрела, Birkin или Kelly. Ну, давайте начнем. И я, конечно, начну свой рассказ с истории покупки Hermès. И надо сказать, что, наверное, о покупке сумки я задумалась последние 1,5-2 года. Ну, задуматься это одно, но когда это касается сумок Birkin или Kelly, вы знаете, что даже если вы готовы заплатить достаточно вот такую большую сумму денег, а сумма действительно большая, во-первых, на это надо решиться, на это надо созреть. Ну а самое главное, что вам еще должны предложить эту сумку, то есть вам должно очень-очень повезти, я уж не знаю как, исходя из своего опыта, чтобы вы приобрели эту сумку или чтобы вам ее предложили в бутике. Ну и конечно, сначала я тоже пошла таким путем. Год назад мы с моей тоже подругой, и она тоже блогер, Ольга Style Me Better, у которой, кстати, на канале тоже была распаковка ее сумочки Kelly. Я вам оставлю внизу видео, и там ее история, как она купила свою сумку. В общем, мы пошли с ней в бутик, и у нас как раз открывался в Стокгольме Hermès бутик, и был первый день открытия. Мы наивно полагали, что, возможно, в этот день нам что-то предложат. Но нам ничего не предложили. Предложили нас стать на виш-лист, и сейчас в Стокгольме нету, вообще везде нету такой системы, как лист ожидания. Есть лист желания, то есть вы высказываете свое желание, и они ничего вам не гарантируют, и дальше ждете и смотрите, что будет. Мы встали на очередь и начали, нельзя сказать, что мы начали терпеливо ждать, мы иногда заходили в Hermès, что-то покупали, и вот через год, если вот так вот смотреть, к лету была уже определенная сумма, которую мы потратили в бутике Hermès, но, к сожалению, сумку нам так и не предложили, и даже, вы знаете, не было таких вот посылов, наверное, что вот-вот нам предложат эту сумку. Я посмотрела очень много роликов на YouTube, и кто-то говорит, что надо потратить 10, 20, 30 тысяч, кто-то говорит, что, в принципе, 5 тысяч, и сразу предлагают сумку. Ну вот в нашем случае нам ничего не предложили, и я поняла, что если хочется эту сумку, а вы знаете, что у меня коллекция сумок, ну и, наверное, для тех, кто коллекционирует сумки, такой вершиной желание является, конечно, сумка от Hermès, Birkin или Kelly. Тут вы выбираете, что вам больше подходит, ваш образ жизни. Кстати, недавно я получила такой комментарий: а вы вообще о чем-то мечтаете или думаете о чем-то, чем-то занимаетесь, кроме сумок? Ну, естественно, все, кто меня знает, вы знаете, что я каждый день думаю о другом. Я работаю, у меня достаточно серьезная работа, а это другая часть моей жизни, небольшая. Это мое хобби, и у человека может быть любое хобби, и это всегда приветствуется, всегда хорошо, если он тратит на свое хобби сам деньги, если он может себе позволить, и также если у него все базовые запросы обеспечены, и если это хобби никому не мешает. Так что, в принципе, я ничего странного в этом не вижу. И вот я пришла к тому, что я хочу к себе к дню рождения сделать подарок, наконец-то купить эту сумку. Где ее купить? Ну, так как мне предлагают вариант один, на вторичном рынке. Вторичный рынок — это сайт Vestiaire Collective, вы можете купить, или через байеров. В общем, я сконтачила со всеми байерами, и была одна сумка Kelly 28 цвет Этауп. Они мне ее предложили за 15 тысяч евро. Но вы должны понимать, что на вторичном рынке сумки, они перепродаются в 2, а то и некоторые в 3 раза дороже. То есть, если средняя цена сумки 8 тысяч евро, от 8 тысяч евро, то это примерно 15-16, ну, может быть, за 14, если вам повезет, вы можете взять. Естественно, что сумок не так много у байеров, а на Vestiaire Collective есть выбор, вы можете купить, но цены тоже завышены, и надо постоянно мониторить, смотреть, и, в принципе, может повезти. Ну, и я начала смотреть каждый день, мониторить сайт Vestiaire Collective, и тут я увидела одну сумку, которая мне очень-очень понравилась, пока не буду говорить, в каком цвете, какая модель.
И девушку звали Жанна, и там было у нее указано, что она из Эстонии. На тот момент я была в Латвии, и это мне очень подходило. Но как бы с ней связаться напрямую, чтобы без комиссии вести эр-коллектив, потому что сумка у нее стояла за 13 тысяч евро. Ну а за такую цену я тоже была не готова брать. Я понимала, что с этой покупки она еще платит 2000 евро, и ей тоже было бы выгодно самой встретиться напрямую. Я обнаглела и решила написать прямо там на сайте Вестиэр Коллектив, решила написать ей письмо на русском, потому что Вестиэр, он мониторит все эти вот такие личные контакты, он их удаляет. Но я ей все-таки написала, и она мне быстро ответила тоже по-русски. Потом мы с ней быстро состыковались в Инстаграме, очень удачно все получилось. И Жанна, она в принципе байер, она как раз-таки сама работает на прибалтийском рынке, тоже покупает люкс. Я оставлю все ее контакты внизу, если кому-то что-то надо, потому что знаю по себе, когда вот я искала сумку, мне нужно было контакты многих байеров, чтобы спросить у них, потому что сумок у них достаточно мало. Оказалось, что она, в принципе, сама-то из Эстонии, но они на данный момент находятся, живут где-то во Франции, но ее муж как раз-таки едет в какую-то командировку через Латвию, он в Латвии будет один день. То есть сумка, по сути, она пришла ко мне в руки сама, все сложилось, все пазлы сложились очень удачно. Я была довольна, причем сумка как раз-таки вписывалась в эту сумму, которую я себе представила. Вот за такую цену я могу купить эту сумку, но больше нет. То есть есть определенные все-таки у человека принципы и определенные барьеры и границы, да, 15-14 тысяч, я не хочу платить за сумку. И мы с ней состыковались, и моя сумочка ко мне приехала. Сразу я скажу, что, конечно, у меня сумка, она не новая. Эта сумка ей, она 2019 года, но для Hermès это вообще не возраст, потому что сумки даже 10-15-летней давности продаются иногда как в бутике по 8-9 тысяч и дороже. Поэтому большая была удача найти вот такую свежую, можно сказать, достаточно новую сумку за эту цену. Давайте сейчас мы с вами распакуем, я вам покажу эту сумочку, и тогда с вами посмотрим подробно и цвет. И у меня эта сумка, она практически, ну не практически, а в полном комплекте. Коробка, видите, здесь идет ленточка, конечно, идет бумага, я надеюсь, что вам очень видно, вот эта вот шуршащая бумага. Так, здесь у меня идет вот моя сумочка. Здесь идет буклет, также идет такой мешочек, и в этом мешочке замочек, да, я вам потом его покажу. Также у сумки был дождевик и чек. И вот непосредственно сама сумка, вот так вот выглядит dust bag. И вот сумка, как всегда, она отдыхает у нас на такой подушечке. Положим все это обратно. Скажу честно, это моя не первая распаковка, естественно, что я уже распаковывала эту сумку, и даже я ее доставала для того, чтобы сделать фотографии, чтобы вам показать, как она смотрится, поэтому я не буду сейчас строить, ахать перед вами. В общем-то, все очень практично и достойно. Я получила как раз-таки то, что я хотела, и давайте уже посмотрим, что я купила. Я думаю, что многие из вас уже догадались, что это за сумочка. И уже виден ее цвет. И посмотрите, вот она, моя красавица. И вот так она выглядит. Я вам покажу ее вот поближе. Здесь немножечко бликует, да, но вообще, как бы ее показать. Этот цвет темно-темно-зеленый, он называется Vert de Gris. Этот цвет, он входит в 8 базовых цветов. Он считается из всех зеленых оттенков. Он такой самый, как сказать, насыщенный, самый красивый, самый, ну, я не хочу сказать богатый, но видите, этот цвет, он очень красиво смотрится именно золотой фурнитуры. В общем, это у меня Kelly, забыла сказать название, волнуюсь немножко. Значит, это у меня Kelly 32, тоже Epson. И селье, то есть, видите, это очень структурированная сумка швами наружу. И вот так она выглядит. Kelly 32. Я когда покупала, я уже знала, что я хочу размер или 28, или 32. 28 вы можете брать в коже того. Она достаточно мягкая, будет больше casual. Но 32, ну она не особо большая, надо смотреть по вашим размерам. Но она достаточно большая, вместительная. И ее обязательно, на мой взгляд, лучше брать в коже
Epson, потому что они со временем теряют форму. Чем больше сумка, тем больше она может потерять форму. Поэтому, в принципе, вот в данной сумке воплотились все мои мечты. Я хотела цвет такой, знаете, или цвет этап базовый, или цвет gold, или цвет темный, но не черный. Ну, конечно, если бы подвернулся черный, я бы взяла. Обязательно золотую фурнитуру. Я хотела кожу Epson как первую сумку и селье. И темно-зеленый мне всегда нравился, тем более при искусственном освещении она совершенно смотрится такая, как черная. В общем, в принципе, в мой гардероб этот цвет потрясающе вписывается. Он хорошо и с коричневым, он хорошо и с любыми джинсами, и с черным, в принципе, и с бежевым его можно надевать. В общем, я считаю, что сумка базовая. По цене она мне обошлась, я вам сейчас скажу. Конечно, для кого-то покажется, что это тоже очень дорого, я согласна, это дорого, но кто разбирается в сумках Hermes, кто пытался купить, то в принципе это хорошая цена. Цена сумки была 9000 евро, мы с ней договорились, что равно абсолютно цене такой же точно сумки в бутике, вот у нас в Стокгольме, если бы мне предложили. Единственное, сумка была бы новая, но вы посмотрите, состояние сумки, оно вообще идеально. Здесь есть такая небольшая царапинка, небольшая, которую видно при определенном освещении. Сумка в идеальном состоянии. Давайте мы сейчас ее откроем, я вам покажу, как она, что тут внутри. И я наконец-то, вы знаете, что сделаю? Я наконец-то сниму вот эти вот пластик, потому что на ней еще даже пластиковые вот эти штучки не сняты. И внутри она выглядит так. Видите, достаточно объемная. Кстати, внутри здесь кожа или теленка, или козленка. Здесь кожа очень-очень такая нежная. И вообще внутри у меня сумка, она была в идеальном состоянии. Видите, я уже для нее купила органайзер. Кстати, сумка Kelly, она идет с ремешком, и это ее отличает от сумки Birkin. У Birkin нету ремешка. Я вам сейчас достану органайзер. Органайзер я, видите, приобрела вот в таком цвете, взяла плотный органайзер от Samorga, но в принципе можно взять было тонкий, потому что сумочка структурирована. Я взяла вот такой плотный органайзер, и вот так, и я вам сейчас покажу. Также сумочка шла с дождевиком, знаменитый дождевик, потому что не хочется все-таки с такой сумкой попадать под дождь. Вот так она смотрится, и вот полностью, видите, она в идеальном состоянии. Ну, очень часто у меня спрашивают, почему сумки Kelly носят в открытом виде. В принципе, как я ее планирую носить? Я ее планирую носить вот в таком вот виде, да? Вы можете ее вот так вот носить, вот эти вот хлястики. Или я ее планирую также носить, что практически то же самое, вот эти хлястики, они вот низ, что тоже очень красиво. В общем, часто спрашивают, почему вот такие сумки Birkin, а тем более Kelly, носят открытые. Мне подписчица задала вопрос. Это очень просто, потому что эта сумка, она с 1950 года официально называется сумка Kelly, но в принципе она произведена еще и раньше. В то время не было такого ритма жизни, не было столько гаджетов, сколько мы сейчас имеем, да. Женщина брала такую сумочку, шла на работу или в ресторан, имея минимальное количество вещей, она ее не открывала в течение дня по 100 раз туда-сюда. Поэтому и такой достаточно красивый, но сложный механизм открытия этих сумок и закрытия. Сумка, конечно, она до сих пор современно, красиво смотрится, но я считаю, что вот этот вот механизм и функциональность, она не совсем 100% современна, если мы не берем Birkin, который постоянно носят в открытом виде. Но все-таки Kelly красиво вот в таком полуоткрытом виде. Вот поэтому на сегодняшний день модницы, вообще мы носим ее вот так вот или в таком открытом виде. Видите, так как сумка структурирована, она прекрасно держит форму, или быстро можно ее вот на этот замочек закрыть, и вот тогда тоже она уже и полностью закрыта, и все у вас в сохранности и безопасно, и такой немножечко расслабленный casual вариант, и быстро ее можно открыть, попасть в сумку и достать все, что вам нужно. Сумка очень вместительная, но по сравнению с сумкой точно такой же, например, если 32 вы берете тогом мягкой кожи или клеманс более мягкой кожи, конечно, Epson вмещает меньше, потому что она структурирована, она не растягивается. Но зонтик у меня сюда помещается, все, что мне нужно на каждый день, у меня помещается. Посмотрите, как она красиво смотрится, именно вот, я даже не знаю, вот где правильный цвет, да, именно вот золотой.
золотой фурнитурой. Конечно, в серебряной фурнитуре палладиум она бы так не смотрелась. Я, конечно, предпочитаю ее больше носить так, но очень хорошо на сгибе локтя, очень хорошо, что есть такая функция, как ремешок, потому что иногда ремешок очень-очень даже полезны. Вот такая была распаковочка. Вот, познакомьтесь, такая моя сумка. Конечно, у меня эта сумка, это первая моя такая дорогая сумка. Очень надеюсь, что она у меня останется в моей коллекции надолго. Может, даже навсегда, так как первая сумка. И на этом, я думаю, что не зарекайся, но на этом мой гештальт по Келли, по сумкам Hermès закрыт. В дальнейшем я планирую приобрести Birkin, как такой casual, расслабленный вариант в более светлом тоне. Ну, посмотрим, когда это будет. Это уже не такая цель, чтобы я стремилась к приобрести. Но если мне удастся приобрести сумку Birkin по хорошей цене в бутике, то, конечно, я не откажусь от этого. Пишите, что вы думаете. Нравится ли вам фасон, размер, понравился ли вам цвет. Такое на сегодня у меня было видео. Распаковка с моей новой сумкой, такой грандиозный подарок, который сделала сама себе любимой на день рождения. Пишите свое мнение, пишите комментарии, ставьте лайки, и мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих моих новых видео. Всем пока, всех люблю.